Здравствуйте, меня зовут Чи Хьючен, я приехала из Китая. Мне 23 года. Сейчас я учусь в магистратуре в КГТУ. Теперь я прочту вам стихотворение Булат Акуджава. Давайте восклицать. Давайте восклицать. Друг другом восхищаться. Высокопарных слов не стоит опасаться. Давайте говорить друг другу комплименты, ведь это все любви, счастливые моменты. Давайте горевать и плакать откровенно, то вместе, то по фразе, а то попеременно. Не надо придавать значение злословию, поскольку грусти всегда соседствуют с любовью. Давайте понимать друг друга с полуслова, чтобы, ошибившись раз, не ошибиться снова. Давайте жить во всем друг другу, потакая, тем более, что жизнь короткая такая. Спасибо всем за внимание. До свидания.